Доброе утро всем. Сегодня я хочу показать, какой у меня проходит завтрак и что у меня на завтрак. Ну, как всегда, вот кофе. Вот из такого вот утром подают в кафе. Вот. Нарезанные овощи, паприка, перец болгарский, помидорчик, огурчики. Хлебушек. Из хлебушек у нас круассанчик и батончики. Нарезочка. Сыр у меня двух сортов. Один с паприкой, один вот такой простой. Красная рыбка. Салями, ветчина и масло. Дальше у меня йогурт. Он двойной, с фруктами, сок, мультивитамин и маленький кусочек тортика, земляничный. Наверху это земляника, ребята. Вот такой вот у меня завтрак. Видите, с тюльпанчиками. Вот такой вот. Ресторанчик я здесь сижу. Проснулись. Ну, я так думаю, что этого хватает на целый день. Ну, до 5 часов вечера. Я, наверное, все не съем, а там муж еще все не ложил. Это чисто мне. Это чисто я кушаю. Он еще себе не ходил, не ложил. Смотрите, такой вот обзор. Пожелайте мне приятного аппетита. Спасибо. Пока-пока. И вот мой ман сидит, сейчас пойдет кушать. Да, вот тюльпанчики везде стоят на столах. Видите, ребята, везде стоят тюльпанчики на столах. Ну, всем еще раз пока-пока.